Добрый день, друзья. Недобрый день вам, недруги. Очень бурно обсуждалась в интернете на днях фотография, на которой Аллу Борисовну Пугачеву запечатлели, скажем так, с другими деятелями нашего шоу-бизнеса. В Израиле она сделана, и как один из комментаторов у меня в канале отметился изящной фразой, что вот раньше бы они там срать на одном поле не сели бы все. На самом деле, ведь очень часто бывают вот эти накладки с фотографиями, когда социально значимые персоны оказываются в одном месте, в одно и то же время. И, ну, во-первых, трудно отказать поклонникам, если кто-то из них просит эту фотографию. А потом не надо думать, что те люди, которые ведут и идеологические бои в публичном пространстве, они на самом деле так уж не переносят друг друга. Я обсуждал одну из этих фотографий и вообще эту проблему, если это проблема для кого-то, с Алексеем Венедиктовым, главой «Эхо Москвы», тогда, когда еще «Эхо Москвы» эфирилось в 2018 году. Но вот, допустим, меня интересует, вы отдаете себе отчет, когда вы публикуете, допустим, фотографию, где вы там в лондонском ресторане с Ходорковским, его любимой певицей Валерией, Иосифом Пригожиным, что вы абсолютно оскорбляете своих слушателей, потому что им хочется ведь думать, что существуют как бы какие-то непримиримые группировки, то есть существует «Эхо Москвы» с таким с условным Макаревичем и там ВГТРК с условным Кобзоном. Да. И мысль о том, что Кобзон с Макаревичем где-то вместе выпивают и проводят время и вообще являются единомышленниками и одним и тем же богам, молится, для них оскорбительно, для ваших слушателей. Ну, это они оскорбляются, не я же. Ну, вы отдаете себе отчет, что в провокативном посыле вот этих ваших... Конечно, никакого не было провокативного. Слушайте, я со своим сыном был в Лондоне. Да. Михаил Борисович договорился встретиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским, с его дочерью. Не с Пригожиным, с Ходорковским. В одном ресторане оказались Пригожины с сыном тоже. Ага. И мы с детей начали сначала. Ну, пусть дети одного возраста общаться, они начали... И потом сделали фотографию на память. Слушайте, если думать о том, что кого-то какая-то фотография оскорбляет, это факт их биографии, но никак не моей. Mm-hmm. Это пусть об этом думает политический деятель Ходорковский, да, или там доверенное лицо Путина Иосиф Пригожин. Mm-hmm. И надо сказать, что тот и другой повели себя адекватно после того, как разразился скандал. А я-то что об этом должен думать? Да мало ли с кем я встречаюсь. Да вот фотография с Медведевым и с Путиным. Да, и где-то фотография с Навальным. Ну и что? А вон с Шираком. Ну и что? Но я так живу, а вон с Горбачевым. Ну вот я так живу. Но я так живу, это правда, и люди знают, что это правда. Вот я встретился, я отчитался перед слушателями. И меня совершенно не волнует, что их оскорбляют. Вот правда, абсолютно не волнует.